Да тут я тут, тут, тут. Блин, ну я тут не буду статую брать. Не-не, тюр, эта штука работает только на Твиче. Или копить их по макс, потом скинемся, артигает по варам. Будет обещанный Хронос. Да будет, конечно, будет. Почему бы и нет? Гоу всеми чибишными скинами. Но мы проиграем только потому, что, блядь, опять у нас даун в команде. Держу в курсе. Херач, наверное. Да, ты вовремя, братан, дождался, конечно. Многие почему-то забывают про пассивку Ра, то, что у нас за 3 юзнутых обилки увеличится скорость передвижения. И иной раз это очень-очень важно. Не часто иди вижу в ранге 13, да еще и не в качестве мага. Да это вообще жесть, блин. Конечно, не часто, потому что так никто не делает. Господи. Да, можно в Юль, можно поменять. Сколько он урона наносит? -то? Просто жесть какая-то. А он не в танка идет. Он в танка идет. За красным пошли. Уль опасный, да. Да-да-да, он очень хотел, конечно. Блин. Я и так думаю, то, что мы проиграем, потому что у нас Хейдис вообще такой себе тип. Прикольно, блядь. У них что, этот бьет, что ли? Лол. Она маш его. Ну нет смысла, я не убью ультой. Хоть раз кто-нибудь гейм через себя, через Twitch покупал.
О, нет. Нет, братан, никто не покупал. Да, и нет смысла, лучше так не делать, это дороже. Лучше, блин, если ты хочешь мне помочь, лучше задонатить. Но Бэхэйдс не играл полтора года, я думаю, что он танк. Может быть. Придурок, блин, напугал меня, я испугался, блин, пришлось его убить. Бывает такое, когда страшно. Кстати, а поинты, про которые ты говорил, где посмотреть? Восклицательный знак points. Он какой-то дичь делает. Чего у меня в меня? Take it easy. Привет, здорово, Влад, здорово, братан. Они вообще жесть, что делать? Они прям думают, что они бессмертные, я не знаю, все. Еще не понимаю, зачем они это делают. Как красиво, вот. Вот эту штуку по-любому нужно залить. По-любому нужно залить. По-моему, было очень красиво, да? Я прям видел вот это мельчайшие вот эти вот. Да, вообще кайф. Было красиво, ребят. Если понравилось, нужно поставить лайк обязательно. На видосике нужно лайк поставить. Надо было сразу смотреть на Твиче, больше поинтов было бы. Да, да. Сяжечку мы бы. Господи, я какой снайпер, а что поинты делают? Пока поинты ничего не делают. Пока вы их просто копите. Потом за эти поинты будете заказывать музыку и бога, на котором я буду играть. Да-да-да. Отличный клевожор, да. Бедный Хатиман не соберет стаки у меня. Они сыты. Блин, промазал. Это я уж виноват. Можно, конечно. Ульти, ульти. Закинули же. Попал в хель. Попал в уля. Попал в уля.
Больше смайт обратка. Спасибо. Окей. Понял, такая херня, если не хочешь дать время в помощь. Ну да, да, то есть заказать музыку стоит 25 рубасов. У кого нет этих 25 рубасов, может сидеть на стримах, фармить вот эти самые поинты, как бы. Да, 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 очень много урона ты нанес. А сколько будет, сколько идет стрим? А там же написано наверху, где там у вас на ютубе. Все, братан, я стаки твои не забираю. Как я не попал? Seriously. Жестоко, как мы их просто. Когда релизуют эту фишку с поинтами? На следующий стрим уже будет. Я думаю, за одну песенку за 3 часа просмотра можно будет. Да, конечно, можно будет. Даже может быть 2. А чё ты не стал атаковать-то? Хочу обсидиан шард. Хочу быть сверх. Ух, я таким обеном быстро разочаруюсь. Почему? Хотят меня убить, блин. Блять, как я промахиваюсь. Я ультом еще ни разу да не мислил в этой катке. Нам нужен антихил, кстати говоря. 3 часов, серьезно? Я до сих пор не могу запомнить, что ВВА это окей, а ВВА атакуйте. Господи, вот это да. Ну неплохо, знаете, даже с Хейдесом, с таким все заходит неплохо достаточно. Блять, нужно же было именно в меня попасть. Че, атаковать? Не, никак. Нормально, нормально мы их вообще размяли. Так, я опять сосредоточен вообще максимально на игре. Не знаю почему. Скима 97 часов просмотров, так что 3 часов не так уж и много. Скима 97 часов просмотров у меня не может такого быть. Он обузит, короче, стопудово. Так, что нам еще нужно собрать? Пенетра, все это у нас...
Давайте вот эту штуку соберем. Блин, я вспомнил, что мне нужно, ладно. Да, да, согласен. Не, ну в прошлый раз не от меня зависело. Видишь, наш проигрыш, к сожалению. Бля, смотри, я только сказал то, что я настроился, и нам вышку снесли. Очень плохо, очень плохо. Хорош, хорошая игра. Ну, она такая, да, бодренькая. Да их там нету, господи. Okay. Нам не это нужно, знаете. Я забыл, что хотел купить, кстати. Что я хотел купить? Вот, точно, вспомнил. Да, да, это я тупанул вначале, видите, юзнул ее на базе прям. Блин, мне не нравится его билд, он не выдерживает. Я промазал ультом. Ну это ничего страшного. Как не попал? Изи катка. Хорошая катка. Поэтому, если катка тебе понравилась, поставь лайк и подпишись на мой канал. Потому что она в любом случае попадет на YouTube. Это хорошая катка была.